У всех владельцев мобильных устройств, которые жить не могут без музыки, рано или поздно возникает вопрос покупки портативной акустики. Так, чтобы всегда иметь возможность слушать любимые композиции, да еще и качественно и громко. Вот и предложений много, буквально на любой цвет и вкус. Привет, YouTube! С вами Катя и портативная Bluetooth-колоночка Nomi BT-111. Это очень компактный и яркий аксессуар, который можно использовать с любым устройством, где есть Bluetooth или аудиовыход. Начну с внешнего вида. Обратите внимание, насколько мала эта акустика. Ее легко можно положить в сумочку и носить с собой всегда и везде. Колонка имеет оригинальную форму, напоминающую турбину реактивного самолета, что ли. Короче, выглядит симпатично и прикольно. Покупатель может выбрать из 5 цветов – черного, белого, красного, желтого или синего. Так сказать, на любой вкус и цвет. На нижней грани колонки расположены рычажок управления, рядом микрофон, индикатор подключения и переключатель питания. Рядышком место для подключения USB и аудиокабеля. Плюс слот для карты памяти формата microSD. Да, вы правильно поняли, здесь есть две крутые фишки. Во-первых, по колонке можно разговаривать благодаря встроенному микрофону. Алло. Алло, Катюха, здорово, как дела? Во-вторых, можно записать музыку на карту памяти и слушать ее прямо с колонки. Очень удобно. Теперь о динамике. Для своих размеров он достаточно громкий, при этом на максимальной громкости нет искажений звука. Вообще стоит отметить весьма приличное качество звучания с хорошими басами. Оно заметно выше того, что могут обеспечить динамики смартфонов или ноутбуков. Одного заряда хватит, чтобы слушать музыку без перерыва около 3 часов на умеренной громкости. А если слушать с карты памяти, то время работы еще больше возрастет. При этом зарядка занимает около 30 минут. Nomi BT-111 станет отличной покупкой для тех, кто желает приобрести недорогую портативную акустику с привлекательным дизайном. Среди ее плюсов хорошая батарея, возможность отвечать на звонки и подключение карты памяти. Плюс достаточно высокая громкость и приличный звук. А цена вообще копейки. Короче, спешите, а то все раскупят. Ссылка под видео. На этом все. С вами была Катя и прикольная синяя колоночка от Nomi BT-111. Пишите комментарии, ставьте лайки и предлагайте новые идеи для роликов. Целую и обнимаю. Пока!